Думаю, блин, может быть, попробовать снять влог. Когда долго не снимаешь, привет, друзья, кстати, добро пожаловать на мой канал. Когда долго не снимаешь, ты как-то это дело забываешь, и рука уже не тянется, потому что уже навык уходит, что ли, исчезает. В общем, сидим карапуз, про который я вам рассказывала. Сейчас, наверное, не будет видно. Нет, не получается, не берет. А может, вот так возьмет? Вот карапуз, видите? Такой большой дом, новостройка. Это, ну, вот в нашем районе я сюда частенько хожу, покупаю подгузники в основном, питание. Ну, питание можно и Магните взять, Пятерочки. У нас открылся Перекресток, и у нас открывается Детский мир в нашем доме. Были бы только деньги. Сижу, попросила мужа купить скумбрию, штучки три. Наверное, вам будет интересно, кто любит мой канал, что как у меня дела. Кому не интересно, не надо смотреть, да? Дело, вот я дергаюсь, да, вот трогаю, уже многие заметили, потому что воспринимаю, я же вижу себя, и мне кажется, что это зеркало. Поправляюсь. Так, по поводу карапуза. В карапуз мы зашли и купили, наконец-то, автокресло. Поменяли автокресло. Была автолюлька. Автолюлька, не знаю, ее оставлять нет. Вообще не приверженец оставлять вещи. Вот. Ну, избавляться от них. Я немножко не уверена, буду ли я рожать второго ребенка, так как особо здоровья нет. И в ближайшее время, имею в виду. И никто же не помогает, когда сами на своих плечах, когда родители не помогают, оно тяжеловато. Хорошо, хоть мама мужа хоть как-то выручает, потому что я опять лежала в больнице инфекционке, когда в сентябре, вот, ну, по тем старым видео, вот она хотя бы сыночку брала на полдня, где-то до часу, до двух он был у нее. Я после обеда, вот после двух с больницы убегала, потому что, говорю, у меня молоко, у меня ребенок ест только грудь. Вчера, когда, кстати, сделала ногти короткие, ногти растут, ну, я вот все, даже большой палец подрезала, потому что ребенок. Я, честно, не понимаю, как блогеров смотрю, или в Инстаграм, как мамочки носят длинные ногти, ходят на наращивание, шлак и так далее. Ведь мне иногда приходится ребенку залазить и в нос, извините, там, с глаза что-то доставать. Иногда и в рот, потому что он давится, всякую ерунду может сожрать, если что-то из еды тоже я ему даю, он жевать никак вот не получается у него, и может подавиться, и мне приходилось несколько раз, и у меня тогда, кстати, были довольно, на этих пальцах у меня быстро растут ногти, и тогда были ногти, и была очень опасная, мне кажется, там царапала горло, поэтому не понимаю, как. Ну, скумбрия, значит, это будет вареная картошка. Обычно селедка и скумбрия всегда это вареная картошка. И хорошо для женщины, надо париться, что готовить. Так, пришла ему с Алиэкспресс душ. Это уже второй душ. Дома покажу. Первый душ уже ставили, но отвезли маме. Не сломался. Маме мужа. Это грудинка вот такая шикарная на 300 рублей. Ну, иногда вот это как сами делают, не с магазина, а как с деревеньки привозят. Ну, в общем, домашняя грудинка. Соответственно, она вот очень прослойка, видите, хорошая. У меня проблемы с ЖКТ. Это от нервов. Вы же знаете, что у меня свекор умер. Ребенок, кстати, сейчас спит, и я так разговариваю смело. Ой, копченым пахнет. Это все от нервов, от этого ЖКТ же летит просто-напросто. У меня такие боли, как будто у меня ржавая труба внутри.
я не могу набраться смелости пойти сделать ФГДС. И плюс. А, и плюс, что хотел сказать, плюс я отношу ребенка, ребенок, мы его уже месяц не взвешивали, где-то 12 килограмм, сколько он сейчас весит. Видимо, для меня это много, носить постоянно, часто его, ну, вот, может быть, как-то спина точно, муж идет, точно все натянуто. Ну, как остеохондроз болит, мышцы, да, это понятно, защемление, невралгия, вот это грудного отдела, ну, мне кажется, еще ЖКТ страдает. Я сейчас отключусь потом попозже, давайте. Ну, вот новые дома строятся, новостройки. Когда ребенок появляется, в однокомнатной жить вообще, ну, никак просто не вариант. Ездили в офис. В общем, я думала, где-то будет 2, может быть, 2 с чем-то. Но дело в том, что они сдают не черный ключ, а как белый. Знаете, когда стены зашпаклеваны, скажем так, белые, в общем. И цена вот 3500, 11, плюс 18 тысяч там за что-то. В общем, дорого. Для нас дорого. Для кого как, не знаю. 3200, 3 миллиона 200. Трешки, конечно. Да, Сеня? Да, купили в магазине Окей. Атавент, Philips Атавент. И там не было цены, вот козлы вот тоже так делают, да, что и не было такой штуки, которая пробивает цены, знаете, такой на стенах из них висит, штрих-код вот так показываешь, и магните есть в семейном. В общем, такой паильник с эффектом вот таким. Ну, заплатила, естественно, потом по чеку смотрю. По чеку получилось, по-моему, 700 с чем-то стоит эта хрень. Вот. Так, мои любимые влажные салфетки уже к 11 месяцам, ну, 10 месяцам уже начинаешь находить что-то свое любимое. Мне нравится от этой фирмы, от фирмы Green Lab Little. Салфетки на молоке. Они пахнут вкусно, пахнут, правда, шоколадом. Вот мои любимые. Дальше, давно смотрела, думала покупать, не покупать. Муж сказал, возьми, раз давно хотела. Это многоразовый подгузник. Вот. До 24, это значит до 2 лет, многоразовый подгузник. К ним я еще взяла, это с магазина «Карапуз», что вот я вам сейчас показывала, в машине сидела, вещала. Это вот взяла еще повторно вот этот многоразовый подгузник как смены. Наверное, надо будет, может, еще купить, потому что он же постоянно будет обсыкивать. Одной будет мало. В общем, наверное, марли лучше ложить. Ну, вот вкладыш для трусов, не промокашек, Турция. Даже не знаю, как. Вот. Мне кажется, оно протекет и все равно замочит вот сам подгузник. Синий я выбрала, голубой. Вот, значит, здесь голубой. Вот, значит, здесь такие пуговки, которые дают выбирать размер подходящий вам. Здесь совсем другое. Здесь, кстати, фу, как этот. Забыла название. Ребенок играет он с новой баклажкой, бутылкой. Здесь вот такая. Какой-то карман. Что тут? 17 килограмм. Ну, потом машине покажу. Так интересно, вот здесь две штучки, две заклепки, а с этой стороны заклепка и вот это, что это, 4. Где дурдом? Куда ты лезешь? По чуть ходим. Он уже кот поцарапал ему ручку. Да, зайки. Вон он, автокресло стоит старое, ну, автолюлька. Надо ее сфоткать и в интернет выложить. Учился. Так, мы были в Окее. У нас была подарочная карта. Ну и как всегда, в общем. Да? Ну, ничего такого мне вам показать нечего.
просто покажу. Покупки показывают. Ходит. Там же падает памперс, он валяется. Так, какая-то акция у них проходит в Окее. Это нам неинтересно. Так, батон. Георгиевский хлебокомбинат. Питание. Потом какая-то лепешка с зеленью. Не какая-то, а самая настоящая лепеха с зеленью. Потому что я ее люблю, кстати, сколько она там стоила. Надо глянуть. Там, что у этого магазина проблема, у них нет ценников нормально на месте. Потом там пушки чесночные. Куда я накладываю, я не вижу. Сейчас же Захар будет трогать. Тут что? Бутылки, да. Потом есть синтуки. Профессор пришел. Разобьешь, не надо. Не синтуки, четверку мы пьем. Ну, пока что нравится чисто с перекрестка. А это, видите, Окей. Ой, господи. Ревматизм. Дальше. Этот брюс. Макароны экстра М. Ну, были по акции, взяли, попробуем с этим. Ну, мало ли с чем, господи, с, как его, фарш, да, например. Так, мерный стаканчик мне нужен был, чтобы ребенку... Тик-тик-тик. Этот. Пластин какие-то. Чтобы этот... Ну, когда кашу смешиваешь, ну, чтобы сюда налить... воду горячую из чайника, потому что у нас тарелочка, которая у меня есть, там нету измерения мерности. Мы тебя поняли. Ты думал, объясняю твой мерный стаканчик? Ну, я объясняю, почему я купила этот мерный стаканчик. Понимаешь? Брюс, пожалуйста, уйди, а. Так, вермишель на суп. Океевская, тоже никогда не пробовали. Не люблю она, которая напоминает такая тоненькая, тоненькая напоминает Ролтон. Посмотрим, что это из себя представляет. Питание еще раз. Ну что это за козлина тут бычится? Гречка. Агроальянс экстра. Гречневая крупа. О, крупа, крупа. А то гречневая мука есть, недавно покупали. Самой гречки нету. Зубная паста без фтора. Заканчивать. Сейчас еще муж повесит стакан, будет вообще замечательно. Как ты думаешь, муж? Да, жена. Проходи, пожалуйста. Так, лук. Прям такой пучок. А сколько там лук вышел? Вот что мне нравится, что нам, за что нам нравится Окей, что там, в принципе, неплохая зелень, как бы, да, вот она. Хорошего. Качество очень хорошее. Видите, какая? 37 рублей. Большая. Так, сюда на пол нельзя, там побьешь ты. От Heinz, или как правильно, овощной микс. Взяла. И здесь у нас остались, по-моему, вот такие. Все фрутоняня, салатик из фруктов. Удобно кормить где-то в дороге или просто вот дома. В рот прям выдавливаешь ребенку. Яблоко, абрикос, сливки. Яблоко, малина, шиповник. Яблоко, банан, творог. Салатик из фруктов. И яблоко, банан, творог тоже уже было. Так. Все вроде на этом все. Блин, ну вообще вот кота можно не снимать, потому что он сам снимается. Да, потому что он темный и даже глаз не видно. Захар, ну тут побьешь. Можно взять было вот это, например, на. Так, ладно. У нас сегодня солнечная погода.
Пришли с больницы, приехали. Я ездила по врачам, наконец-то. На все про все потратила 4000. В общем, чай черный купила, это с Перекрестка. Такую упаковку. Кабачки, здесь мандарины. Вот, мандарины у нас вышло здесь на... Блин, кот вечно. Пожалуйста, кошка, уйди, а. Без тебя тошно. Пожалуйста, уйди, говорю, не слушается. Так, кабачки. Овощи, в общем. Это цветная капуста или брокколи. Это что? А, нет, цветная капуста. На 103 рубля вышла. 800 грамм. Белая. И картошка здесь мытая уже. Еле доперла, хоть и в коляске, но там лестницу преодолеть надо. Это я хочу все запечь. Картошка, кабачок и это. Потому что мне поставили диагноз дискинезия желчных путей. Валить все. Так, у нас открылся детский мир. Сейчас покажу, что в детском мире купила. Сейчас покажу. Та-ра-та-та. Катя как зайдет, вечно все потратит. О, все потратит. Ну да, можно и так сказать, что все потратит тоже. Продолжаем. Взяла. Интересно, вот они была. Интересно, вот они мне не помялись. Он вообще печенье у нас не очень ест. Не понимает, не может. Крошится все. Я взяла фруктовый. На, это тебе, сыночек. На, сынок. На, это тебе. Кусать будешь. Так, далее. Ну, питание, естественно. Ну, самые такие доступные цены, это у фрутоняни. Вот эту взяла. Кашку молочно-рисовую с малиной. Потом йогурт ему взяла. Еще питание. Салатик со смородиной. Еще питание из яблок, груш, творогом. Так, далее. Вот так. Ну, кот, видите, он ждет этот. Творожки он, вот мы любим. Только он нас не очень любит первая ложка. Вот такая вот первая ложка. Первая ложка вот такая вот. Он любит вот, когда со вкусами банана там, из яблок, изюма, кураги. Это что, компот? Далее еще у нас получается витамин салатик. Все, это я уже брала по 10 раз. Дальше у меня заканчивается крем. Вот Чика последний раз покупала, уже заканчивается. Я взяла такой вот Бюбхен календула с цинком. В общем, я пока пользуюсь со всеми кремами, которые с цинками, потому что бывают у нас раздражения. Значит, мне не нравится, что здесь не запечатано. Кстати, у Чика было запечатано, там был запах отвратительный, поэтому я больше не беру. Еще такая упаковка слишком твердая, она не выдавливается. Пахнет календулой, ну как травой. Ну, она и желтая такого цвета. Сынок, что такое? Красивые такие. И, по-моему, они ему большие. По-моему, да. Ну, это значит, что будет ходить еще осенью. Вот эти-то они хоть тянутся. Вот эти вот. А вот другие я взяла уже 86 размера. Вот такие красивые. 86. За 400 они шли. Такие. Они не тянутся. Это тоже на выход я взяла. Ну, за пачкой так дома будет ходить. Не надо желательно пачкать, сынок. Это все на выход. Потому что верхняя одежда у нас как бы еще более-менее есть. Это тоже на нем новые штанишки. Ну, вот пару раз мы одели в гости. Пару раз одели в гости. Я еще взяла. Скоро зима придет. Мой по печеньям пошел. По печеньям. Так, следующее. И игрушку я купила. Давно смотрела на вот эту игрушку от Fisher Price. Я все-таки ее взяла, хоть она стоит сколько? Ну, 500 чем-то она рублей стоит. То есть для этой игрушки как бы странно. Но он у нас очень играет с бутылками. Вот. Ну, я думаю, что ему будет интересно этот шарик держать в руках. Он вообще написан, вот, что с трех месяцев можно давать.
все в рот. Рот. Красота и все в рот. Красота и все в рот. Ну все, что ее кидаешь. Зеленую взяли, там была розовая и белая. Я зеленую выбрала. Думаю, что пускай в качестве яркого цвета будет интересно. Ну, цветы, цвета, чтобы изучал. Хотя мне розовая больше понравилась. Так, ладно, пойду я готовить вот то, что она сказала. Мне там. Ну, попозже покажу вам свои что там результаты. Прошла. УЗИ прошла. ФГД сделала за. Последние 7 лет ни разу не делала, наконец-то решилась. Ну, болит все, болит. Поэтому выхода не было. Пришлось глотать лампочку, как в простонародье говорят. Я же говорю, ему понравится. Какая красивая. Так, сейчас я ищу билеты. Интересно, куда они делись? То есть, куда мы их положили? Да, в общем, у меня я не вижу здесь. Миша подскользнулся. Так, наверное, там уже где-то. Не надо ходить здесь везде. Сделала маску, потому что сегодня идем на концерт. Муж мне сделал такой подарок. Мы идем на группу Nautilus. Ой, Nautilus Pompilius. А я вам покажу сейчас, знаете, что. Значит, грязевая маска от Tamba для жирной кожи. Вот эту я сделала. Вот это. Вы знаете, да, что я очень люблю эту фирму. Хорошая фирма такая. Вот такой бочонок. Сколько у нас здесь грамм? 50 грамм. Ну, это у меня уже раз, наверное, такой хороший добротный слой. Это у меня уже, наверное, раз. Это не реклама, мне на обзор не высылают. Ну, это я. Не я покупаю вот это вот. Мне, например, подарок свекровь сделала. Шампунь. Тоже красивый, который я вам показывала. Выглядит все дело вот так. Все. Пахнет как будто бараньими какашками. Дело работает. Следующее вот такое вот тоже от Tamba. Аромамыло грязевое. Я его недавно только открыла. Выглядит все дело вот так. В виде улыбочки. И можно мылить кожу головы, ну, волосы. Просто намылить лицо и смыть, или в виде маски. Вот здесь написано, в общем-то, для чего она подходит. Везде разный состав с разными маслами и, естественно, грязь Тамбуканского вот этого озера. Здорово. Вот это мне очень нравится. Вот это чисто я, например, буду покупать. Ну, вот. Мыло тоже люблю, потому что вообще у меня же жирная кожа, я подсушиваю ее. В общем, сижу здесь и смотрю модный приговор. Вот. Не знаю, это уже когда у тебя 10 внуков. Сегодня 16 ноября. На площадку поиграть. Мы этому должны отвезти ребенка к бабушке. И в кружевах. И на концерт. Я уже так давно никуда не выходила. Вот. Что ж. Ну и решила выйти с вами попрощаться, потому что надо закончить этот влог. Лялька ходит здесь. И, кстати, нам сегодня 11 месяцев. А и по поводу имени мне задавали еще давно вопрос, как мы назвали сына. Пора бы уже ответить. А сына мы назвали Захар. Захар, да, он сынок. Захар Антонович. Да, сыночек. Как-то я в другом влоге 100 лет назад, который был, назвала его Зосик. Мне задали какое-то интересное имя вопрос. Каким-то интересным именем назвали. Ну, так вот сокращенно я его называю Зосик, Зося. Захар. Сидели, я помню, болела в роддоме. Ну, в тех, я же рассказывала про роды.
тех видео можно посмотреть. А, и сначала одним хотели именем назвать, родители нам мужа не разрешили, сказали, что имя, ну, в общем, не важно. А, и вот мы сидели с мужем, я плакала, сук тоже здоровье нервов оставила. И вот мы с мужем вышла там, где вот такая комнатка, где сразу выход на улицу, там снег был, холодно, декабрь, 16 декабря я родила. Да, ногти сейчас тоже будут убрать. Не буду красить ногти. И... В общем, и мы вот сидели, я ему на... Конечно, через окно я на первом этаже лежала, через окно, конечно, я ему ребенка показывала. Классно, он слезу пускал. Два раза, помню, так было. Плакал папаша наш, и... Все равно я ему вышла, скучаю же, что я же неделю лежу, там вторую неделю лежу, болею, не могу восстановиться, врачи не знают, что делать со мной, отправлять ли мне в гинекологию. В итоге же мы отдали, я отдала ребенка, им выписала уже, ребенка уже купать надо. И это все стрессы. Ну и к мужу вышла, а после родящих не отправляют, нельзя, не отпускают на свиданку вот так вот. Я вышла, открыла телефон и показывала ему фотки и видео Захарки. Ну и мы выбирали экстренные имена, потому что это было перед Новым годом, а потом праздники, и мы решили, чтобы не было штрафа, до Нового года сдать документы, и после Нового года мы уже получили там в ближайших днях, после праздников январских, неделю это, да, после Рождества уже мы получили свидетельство о рождении. Нет, или даже перед Новым годом мы получили. В общем, муж все экстренно сделал, молодец. Я написала ему расписку, дала свой паспорт, что я даю согласие на это, и чтобы сына назвали Захар, там, Антонович, то все. То есть, только вот так приняли мою роспись, мой паспорт. И мы выбрали это имя. Ему очень это имя подходит. У него такой широкий нос, как у меня. Ему очень это имя подходит, мне так кажется. Стоит, размораживается его йогурт. Сейчас он съел кабачок. 80 грамм яблоко, банан. И как размораживается? Но оно не было заморожено, просто остывает комнатной температуры, чтобы была. Что готовимся. Грудь большая, одежда на меня никакая не налазит, покупать нет смысла, потому что после кормления она все равно должна будет уменьшиться, грудь. Для меня полный трэш и полная нервотрепка – это шопинг, так назовем, да? Я его сейчас не люблю и хожу в одном и том же. Буквально у меня там две кофты, такие, как у Алла Пугачева, да, то есть, ну, как полные носят люди. И вот, лишь бы, чтобы сиська мне давила. Кот сегодня нассал на диван. Давно такого не было. В лотке у него все было. Не знаю, получил пиздюлей и его отлупила. А так один раз ударила. Сил нет уже никого бить. В общем, вот так. Ну что ж, давайте. Пока-пока.